Итак, ребята, сегодня я в Брукхейвен на общем сервере, и это будет что-то нечто интересное. Все потому, что сегодня я с закрытыми глазами выберу костюмы, просто вообще рандомные, на Хэллоуин оденусь так, и посмотрим, что вообще будет происходить. Нам нужно сейчас перейти к хэллоуинским каким-то костюмам. У нас всегда обозначаются все костюмы. Смотрите, ребят, нам очень много чего добавляют. И посмотрим, кем я сегодня стану. Ограблю все дома, и меня должны будут заблокировать в Брукхейвен. Это будет очень интересно, поэтому вы, конечно, сейчас не видите, но я реально закрываю глаза, я не знаю, кем я буду. Давайте же посмотрим. Итак, закрываем глаза, вот так вот делаем, нажимаем. Я стала звездой? Серьезно? Офигеть! Ладно, это максимально просто неожиданно, что я стала звездочкой. Давайте мы сейчас уберем волосы и шапочку, чтобы ничего не багалось. Ребят, ну мне даже больше уже никакой костюм не нужен. Я не знаю, как я вообще с таким костюмом буду сейчас как-то куда-то пробираться. Кстати, можно попробовать поиграть еще вот с лицом, но, если честно, ничего не подходит, поэтому под эту звездочку, хотя вот это, смотрите, подходит. Ну, вот так вот, в принципе, прикольно. Ребята, ну что, я сегодня звезда на Хэллоуин, и я сейчас буду реально грабить дома вот в этом костюме звезды, и будем пытаться сделать так, чтобы нас забанили в Брукхейвен. Я не знаю, это очень волнительно, но мы сейчас отправляемся. Ну, а за эту идею для видео я благодарю своего подписчика VavanC34. Его ник в Роблоксе высветится прямо вот здесь. Ну а вы, ребята, если тоже хотите придумывать для меня крутые идеи для видео, чтобы я их снимала и вы попадали со своими никами в Роблоксе в это видео, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании, в закрепленном комментарии. Там пишите идеи, свои ники в Роблоксе. Я выбираю ваши идеи и снимаю о них видео и делюсь, конечно, вашими никами. Поэтому мы сейчас отправляемся в Панора. Забегаем сюда, привет. И сейчас хочу, значит, забежать. Блин, ребята, в костюме это делать супер тяжело. Но я попробую. Так, давайте прямо сейчас. Мне кажется, он меня сейчас забанит. Так, мы его грабим. Мы ограбили его. В смысле он мне дал румейта? В смысле он мне дал румейта? Он должен был меня забанить. Почему он мне дал румейта? Офигеть, ребята, я в шоке. Ты не должен был давать мне румейта. Ты должен был забанить меня. Ребята, блин, он все испортил. Что за фигня? Отправляемся в другие дома. Зачем? Меня должны были забанить. Где все дома вообще? Что происходит? Где все дома? Алло. Ребят, на сервере нет домов. Реально нет домов. Я просто в шоке. Один дом? Серьезно? Хорошо, мы отправляемся на другой сервер. Ну что, я уже на другом сервере, и я очень надеюсь, что мне сейчас просто супер повезет, и здесь будут какие-то другие дома. Что-то мне кажется, то, что я уже была на этом сервере. Ладно, давайте прямо сейчас посмотрим. Все нормально, у нас есть здесь дома, поэтому я прямо сейчас буду стараться как-то что-то сделать так, чтобы меня здесь забанили. Поэтому мы сейчас берем бомбу. Нет, стоп, мешок с деньгами мы не берем, мы сейчас берем спальный мешок, берем бомбу, ставим сюда спальный мешок, пробираемся в дом, чтобы они меня забанили. Ребят, делать в костюме, это, конечно, вообще какой-то прикол. Это что, это вообще новый дом? А, это новый дом, поэтому мы сейчас будем грабить их сейф. Мы сейчас ставим здесь бомбу, забираем деньги. Да, меня... Нет, меня не забанили? Нет, меня забанили. Нет, меня не забанили. Что? Да, меня забанили, ребята, меня забанили. Офигеть, это очень круто, да, все получилось. Меня забанил первый дом, и я еще и смогла его ограбить. Офигеть, это вообще очень было неожиданно, то, что я успею еще ограбить, но в этом не было цели. Ребята, это реально тот же сервер, тут просто еще один новый дом поставили, и все. А тот чувак, у которого я была, это, кстати, мой подписчик, поэтому я передаю тебе привет. Он меня сделал румейтом, ребят. Вот этот вот Panora338 сделал меня румейтом. Меня это вообще не устраивает, мне нужен новый сервер. Отправляемся на другой сервер. Ребят, я просто в шоке, но я спустя, я не знаю, сколько, минут 20 или, может, 15, смогла подключиться на другой сервер. Просто был всего лишь один сервер доступен, и меня постоянно перекидывало только на один. Но я смогла подключиться на какой-то сервер, где просто куча-куча домов, которые можно грабить. Поэтому я сейчас снова в костюме звездочки. Беру вот эти вот все прибамбасы. Блин, дом удалили. И отправляю, значит, вот в этот вот дом ютубера. И буду грабить его, потому что почему бы нет. Забираемся сюда. О, он даже открыт. Супер. Ой, блин, ой, блин, ой, блин. Так, ребята. Ребята, я капец. Я не могу. Так, быстренько грабим его. Ставим бомбу сюда. И все. И забираем деньги. Все, смотрите, ребят, ну мне нужно добиться, чтобы меня забанили. Но этот человек меня, походу, не банит. Давайте вот так вот встанем, чтобы он меня забанил. О, он с ребенком. Я не
знаю, он, походу, не хочет меня банить. Вот это очень плохо, потому что я вообще-то ради этого здесь. А, он стреляет по мне, офигеть. Ну, ты постреляй, давай. Зачем он в меня стреляет, я не понимаю. Вот зачем он в меня стреляет, если надо, чтобы он меня просто забанил. Я не знаю, почему, когда мне нужно, чтобы меня забанили, мне никто не хочет банить. Он только стреляет, может быть, он не умеет банить. Такое, в принципе, возможно, поэтому, может быть, просто он не хочет или не умеет банить. Ну, мы сейчас сюда пробираемся. Интересно, кому он принадлежит, этот дом, было бы. Его удалили, в смысле? В смысле? Ладно, это не забанили, но тоже считается. Давайте поищем какие-то дома. Я вообще не понимаю, почему так происходит. Так, ребята, забираемся вот в этот дом. Нам нужно сейчас поставить здесь спальный мешок, поэтому мы ставим его вот сюда и забираемся вовнутрь. Забрались. Так, о, привет. Я надеюсь, тебе этот дом принадлежит. Я надеюсь, реально ему. Смотрите, ребята, это ему дом принадлежит, но он, походу, вообще не хочет меня банить. Так, давайте тогда что-то сделаем так, чтобы он нас забанил. Взрываем бомбу. Он реально, походу, не собирается. Ладно, давайте его ограбим. Тогда грабим. Если не хочет банить, то тогда будем сейчас его грабить. Я не знаю, почему мне сегодня так не везет, но никто не хочет меня банить. Я не понимаю. Это было не мое. Это не я сделала. Ладно, но деньги я забрала. Все нормально. Он сидит. А это, кстати, этот, блин, как он называется? TV-мен или что-то такое? А, камерамен. Это камерамен. Точно. Вспомнила. Мы сейчас выбираемся, значит, из этого дома, потому что он нас тоже не хочет банить. Он вообще сидит, что-то заглючил, походу. Может быть, у него там какие-то процессоры перестали работать. Но он не хочет нас банить, поэтому мы выбираемся из его дома и отправляемся в какой-то следующий дом. А здесь, кстати, много домов появилось, поэтому мы давайте отправимся тогда вот в этот дом, посмотрим, что у нас здесь. О, смотрите, здесь открыто, поэтому будет интересненько понаблюдать. Он, походу, слушайте, он, походу, этот дом пустой. Мне почему-то кажется, что здесь никого нет. Вот эта комната пустая, а здесь тоже пусто, здесь тоже, походу, пусто. Да, смотрите, ребята, никто не хочет вообще жить в домах, и никто не хочет банить. Меня забанил только один дом за все это время. Это очень обидно, но зато я сегодня стала звездочкой. Ребят, если бы не это видео, как бы я была звездочкой, понимаете? Поэтому в любом случае спасибо моему подписчику за то, что он мне подкинул эту идею. О, смотрите, может быть, она сейчас нас забанит. Да! Да, ребята, да, нас забанили. Наконец-то! Хоть еще один дом, который нас забанил. Я просто супер рада. Спасибо. Я ждала этого весь день. Ходила по всем этим домам, и всего-то надо было. Мы дальше продолжаем искать дома. И сейчас там был еще один дом. У нас реально сегодня с какими-то серверами совсем какая-то напряженка, как с домами тоже. Никто либо банить не хочет, либо вообще ничего не хочет. Итак, мы вот здесь вот не были, потому что тот дом ютубера принадлежал какому-то Пагиге или кому-то еще. Но этот дом уже другой, поэтому мы сейчас в него тоже забираемся. Будем тоже грабить в надежде, что сейчас кто-нибудь придет, все принесет. Тут открыт сейф, но я все равно вот так вот взорву, чтобы ограбить. Но в любом случае... О, смотрите, смотрите, почему он хочет взять меня на... Не надо меня брать на руки, пожалуйста, просто забань меня. Умоляю, забань меня, пожалуйста, пожалуйста. Я взяла твои деньги. Я взяла твои деньги, давайте ему сейчас бомбу бросим. Даже бомба не понадобилась. Ребята, слушайте, все пошло как-то куда лучше, чем я ожидала. И нас забанил еще один дом. И посмотрите, уже два дома нас забанили. Это очень круто. Мне кажется, у меня просто супер круто получилось справиться с задачей. И в любом случае я смогла хотя сделать так, чтобы хоть немного домов меня забанили. Ребят, напишите в комментариях, как вам мой костюм на Хэллоуин, который я выбрала с закрытыми глазами, и сколько домов у меня получилось ограбить.